Йоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Nobody Saves the World. Я тут, скажу честно, закосячил несколько видео. Видите, теперь они нас боятся. В общем, закосячил, записал без звука, не знаю, микрофон у меня то ли отошел, то ли что с ним было. И целых 2,5 часа, там 3 серии было, так обидно. Что я уже прошел, я не помню. По-моему, вот этот курган. И Крототопию. И где-то было очень сложно. Вот, по-моему, как раз-таки в кургане. Да, где враги с одной тычки убивают. Или вот это. Нет, адаптивная защита точно нет. Ну, в общем, курган. Ну, там, как бы это все... Надо было просто догадаться, что делать, и все. Так, сейчас, что у нас остается? Есть... А, и в этот я отправлялся еще... Как он называется? Колизей. Прошел на Колизее несколько этапов, но золотых медалей, по-моему, нигде не взял. Но, тем не менее, я открыл инженера. Так, что это он не листает? Эй. Ага. Я не ту кнопку жму, я уже забыл. Времени-то прошло. Это я еще те серии перед Новым годом, 31-го, по-моему, прям записывал. Так, тут, в принципе... Не, у нас инженер у нас... Ой, механик. А, и пчела-убийца. Там, одну стадию проходишь этого Колизея, и потом открывается другая стадия, и которые там другие задания, и потом, по-моему, еще третья будет. В общем, все сложнее и сложнее. Пчела-убийца, механик, что умеют, не умеют. Сейчас будем смотреть. Давайте с пчелы, наверное, начнем, она поинтереснее выглядит. Подберите еду, чтобы получить плюс 50 к усилению атаки. Пассивочка такая у нее. Неплохо. И тычки. Коснитесь, проткните их острием, удерживайте, чтобы зарядить. Ну, типа как у черепахи. 7 маны, убитые оставляют мед, который восстанавливает 2 здоровья. Ну, кстати, неплохо. То есть отхил ей особо-то и не нужен. Хотя, кто его знает. Сейчас все-таки на сложное надо отправляться. Вот вторым, что взять? Можно взять зомбарей. Сдавать. Либо фамильяров. Мне кажется, лучше фамильяров будет. Потому что можно поставить, чтобы еще они взрывались. Где фамильяр-то? Вот мне. Вот, здесь поставим, чтобы они у нас взрывались. Вот так. А, нет. Фамильяры со средней вероятностью оставляют еду. А, во, как раз еда. А еда ей усиливает атаки. Так, ну и какую-нибудь... Оглушение и точно нет. Критические удары. А, фигня. Время зарядки способностей. 4% урона восстанавливается в виде здоровья. Ваша скорость... Ну, у нее вообще скорость 130, поэтому не надо. А, мне пришлось улучшать способности, чтобы на Колизее пройти. Давайте время зарядки способностей хотя бы вообще на нее глянуть. Вот так вот она бьет. Тут сейчас хер кого поймаешь. Ну, конечно, поймаешь. Какие у нас квесты? Ой. Так. Как? Бейте врагов выпадом. Битые выпадом враги всегда оставляют мед. Вот это что ли мед? Усильте свою атаку питанием. Найдите сэра тыкву рядом с подземельем истощенные шахты. Я такой еще, по-моему, не видел. Это портал. Только этот портал как раз-таки в Колизей. А мне туда не надо. Погнали к этой, к сложной. Ну и, в общем, прикольно то, что она летает еще. А в этом Колизее, кстати, там практически все проходится призраком. Так, убейте врагов выпадом. Я не понимаю, как это работает. Вот ты их что, не убиваешь, что ли, выпадом? На. Или мне мед, вот, начинается срабатывать. Мед надо жрать, что ли? Слушайте, да нет, мне отхил нужен.
А я не знаю, что, вот эту убрать. Отхил берем. Потому что этого меда вообще не хватит. Так. Ну и вот, на 33 уровень, у меня уже 36. Здесь я как раз таки еще не был. Ну пойдемте. Попробуем хотя бы. Так, я могу вот так летать. Опа! Тавка. Она усиливает... Во! Усиление атаки. Где все-то? Вот мне. Ну и 33-я фигня. Вот он, мед. Я его нашел. Да, мне мед надо подбирать, чтобы выполнялся квест. Не, так, в принципе, пока выглядит неплохо. Это у нас вообще только один скилл. А мне что надо? Мне ничего не надо, просто куда-то бежать, а вот убивать, нифига тут народу. Мед, берем, подбираем мед, жрем мед. И какие они здоровые. Ой, я что-то меня зажало там. А где наши фамильяры-то? А ну пошли все. Гасите, жрите, жрите, бейте. Отлично, все. Один выполнили. Мед подбирать. Че, новых заданий-то не даете? Ну вот он, мед. Так. На. Есть. Все, тоже сделано. Так, можно сразу взять следующую. Дышечка. И способность. Убийственный укус. Коснитесь удерживателя укуса. Причиняет боль, но наносит крит урон. А, мне боль. Стоит 8% здоровья. Устанавливает 2,5... Обновление 2,5 секунды. Убитый с шансом 50% вставляет мед. В нем 2% здоровья. Фига себе. Ну, по-любому его надо ставить. А, он и так у нас. Автоматом. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот так. Ну, восстанавливайся давай. Что-то какая-то фигня. Не очень. Еда. Ну и вот эта способность тоже не очень. Она быстро заканчивается, пока ее там настакаешь. Вот то, что у нее все подстроено под вот эти вот усилялки. Так, ну нафиг, а то еще зарыв. Опа. Так, все, меня зажали. На! Это я его сейчас шотнул, что ли? А фамильяр-то какие звери, а? Так, мне надо вот этой херней способности убивать. О! Ну-ка сейчас, давай. Над озером надо было, наверное, не трогать. Волна 2 пошла. Сейчас я квест сделаю. Почти. Ай, а хп-то уже нету. Какие нафиг квесты? Убьют же? Убили же. Придется заново. Слишком я заморочился. И я даже квесты остальные-то не прочитал. Так, это общий уровень. Раньте 3 врагов полностью с заряженным выпадом. Ну, это несложно. 15 раз. Убейте врагов убийственным укусом. Убитые им враги порой оставляют ему мед. Так, а я еще сейчас это... А, это, два... это второй уровень открылся, я понял. Был первый уровень, теперь второй уровень. Так. Полетели куда-нибудь сразу. 3 врагов. Вот она. Вот оно, счастье-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо, не убивайте. Ну да, ее... Сложно. Когда тебя дамажат, надо этот мед собирать. Ой, мимо, сейчас меня опять убьют. Опа. А так. Вот он, мед. Радость моя.
Он что-то ни хрена не остается у них. Ну! Ой! Че такой, ты че такой дерзкий? Так, надо фамильяров. На них надо фамильяров. Я их сам не поубиваю. Тут, блин, я еще все их эти собираю. Все? Все? Ну вот, я отхилился зато. А зомби тоже крутые. Они и сами заражают. Ну, можно поставить зомби. Я потому что за зомби поиграл. Мне он понравился, в принципе. Но тут посложнее. Тут надо именно заразить, потом ты убиваешь, ну и потом понеслась. Они уже сами себя плодят. Так, это у нас надо вниз нажимать. Так, ну это один. Неинтересно. Да вообще неинтересно, он мне больше надамажит. Колючий высерок. Так. О. А вот этих будем заражать. Вот так. Вот они, зомби, пошли. Они сами вон. Вон, видите, их уже четверо. И так далее. Они будут плодить себя, плодить и плодить. Вот тут, кстати, и пригодится. Вот они сейчас тут наплодят. Так, мне надо что же квесты делать, эй? Зомби-зомбиями, а... Ой, ну, они его добили уже. Сейчас еще будет этап. Трех врагов полностью заряжено. Зомби тащат просто. Крутой сундук. Я такой раньше и не находил даже, по-моему. Как финальный. Шоколадочка. Ну ладно. Хвачу. Так, это путь вниз у нас. Ну ладно, там все равно потом в конце должен быть портал, который приведет в начало. Я там не во все стороны сбегал. Поэтому погнали сюда. Так. Опа, привет. А где зомби-то? А, я не заражал их, я не ту кнопку нажал, я перепутал сам. Вот сейчас будет радость, полные штаны. На, убил же. Сюда, ребята, сюда. Так, полностью с заряженным выстрелом. Я не понимаю, как им бить. Вот, его слишком долго держать на... Ого. Да блин. Опять я все снаряды собрал вражеские. Ну, это, в общем, само собой как-то выполнится. Потому что так целенаправленно. По троим-то попадать нетрудно. Долго заряжать. Так, тут не финал у нас сейчас будет. Бабки. С той стороны нифига нету. Ну, что-то такое. Бойня. Опа. Так, сразу заражаем вот этих вот. И все. И мы все сделали уже. Больше ничего делать не надо. Ну, правда, они сейчас пропадут. О-о-о, а так нечестно. Я говорю, нечестно. Это ты зря подошел, дядя. Да убить его, пока он заражен. Вот. Изразить этого еще. Ну, он и так заражен. Так, давайте, бейте. А я добью. Супер. Так, понеслась. Где? Кого? Чё, кого? Куда? Зачем? Всё?
Нет, там еще заразное есть. Так, меня так сейчас самого вынесут. Вот я несколько еще создал наших. Ты что тут расстреливаешься, Иш? Не стыдно тебе? А? Говорю, не стыдно? Так, я его сейчас убью приемом своим. О, стакнул. В принципе, не обязательно прям вот проходить полностью. Прошел и хорошо. Награду свою получил. Потому что что тут эти деньги? На кой черт? Ну хотя нет, как качаться. И там получается всех же героев сразу качаешь, не какого-то одного. Так, какое-то задание сделано. Сундуки открывать. Все, дальше. Ой-ой-ой-ой. Сейчас уже босс будет. Бамс. Ты задолбал тут стрелять, падла. Нет, надо его этим. Так, выполнено что-то опять. Еще, подбирайте еду. Так, вот их надо вот так. Отлично. Зомбари все пропали. Вот оно, счастье. Иди сюда. Три зомбика есть. Дайте. Спасибо. Так, Бакс. Просто так на дороге валяется. Вот хреново, если боссу проиграю и все заново проходить. Но я думаю, не должен. Это что за... Ты что такое? Я видел, вот такие летают ракеты, но я не думал, что они настолько самонаводящиеся и быстрые. Опа, это наше счастье. Хана тебе, день. Беги. Куда? Куда? Так, ну там все уже. Замес. По полной пати. Этих даже трогать не неохота, если честно. Ну, я их сейчас двоих стакну. Вот так. И квест как раз. Супер. Что дальше? Сэшка уже. Ну, не сказал бы, что пчела какая-то имба. Убить врагов убийственным укусом, имея 3 или более усиления атаки. Если я не ошибаюсь, какая-то пассивка есть, усиляющая атаки. Но, по-моему, я ошибаюсь. По-моему, это усилача. Не пассивка, а активка. А, вот это, да. Тогда придется что-то убирать. Ну, это, в принципе, можно быстро потом сделать. Раньте врагов тупым или темными атаками. Восстановите ману пассивным... Пассивным мусорщиком крысы. Так, вот этим? Нет. А, подождите. Что за мусорщик крысы? Вот этот. Еда восстанавливает. О, это сейчас быстро. Так, враги оставляют еду. Ну, такие неудобные квесты. Темными и тупыми атаками. Придется кого-то убирать. А мне здесь что осталось? А мне все, вот это тогда не нужна. Вторая моя атака. А, нужна. Убийственным укусом, имея 3 усиления атаки. Ну, это потом уже. Сейчас можно поставить, вот чтобы вот эту сделать. Какой-нибудь темный урон. Ну, тут тоже вот поглощение крысиное. А,
Темный урон, вон у меня зомби. Все тогда, оставляем все как есть. Единственное, то, что можно усиление было сделать. Да иди ты нафиг. Так, там портал, значит, там босс. Пойду гляну, что сзади. А тут тупик, по-моему. Ну да. Конкретный. Денег 10 тысяч пора тратить. Да иди ты нахрен. А, это тут... Это такая фишка, да. Это фишка подземелья, что они... Нанесенное здоровье возвращают, типа, на урон нанесенное здоровье. Ну, кстати, может, за кого-то другого, кто меньше хилится, было бы сложнее. Хотя... Там главное, чтобы он был не один, иначе я попал. А он не один. На. Вот и все, хана ему все. Давайте, ребята мои, работаем! Работаем, ребята! О, иллюзии! Ты что, иллюзионист, что ли? Вторым скиллом! Это что за нахер? Убить! Убить быстро! Я их всех заразил, но убить как? Вот, убил. Все, новая партия зомбарей пошла. Он уже боится. Тупо все. Легкий. Ну, я не знаю, вроде как 33 левел. Я не намного-то сильно опередил. Но все равно легко. Так, и что-то одну сделал. Тупыми темными атаками. Так, еще что-то там сделано. А, брюхо кита, ну да. Ошиба. Так, все, назад. А где я тут не был? Тут больше некуда. Ну да, я тут везде был. А чё я тогда переживаю? Так, ну, качнули. Чё, куда дальше? Дальше, 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 дальше. А дальше может быть надолго. И тогда затянется. А, ну можно просто вот сбегать к... Вступить в лигу волшебников. Все равно больше ничего не осталось. Куда не пускают выше. Они сейчас новых квестов понадают. Так, погодите, ребята, погодите. Не. А мне на вас заданий никаких нельзя делать. Ну, вернее, я ничего на вас не заработаю, поэтому идите вы. Так, гильдия, вот. Угу. Так, там что-то... Сундук какой-то несобранный. А, меня туда потому что не пускают. Иди в жопу. Грёбаная улитка. Подождите, я умею летать. Я там не смогу... Не смогу. Ладно, потом. Все равно там ничего полезного не будет. Надо было, кстати, закупиться. А вон тут будут торгаши. Зловещая тыква. Да, она уже пройдена. Мне вот это нужно. Ты? Нет. Так, ну новые пассивки, тут фильтр яда. Яд накапливается в вашем теле на 20% медленнее. Устойчивость. Вас нельзя оттолкнуть. Урон от дальнобойных атак снижен. Урон от атак в ближнем бою снижен. А, вот, фамильяры взрываются и наносят 8 светлого урона. Вот вкупе с зомбарями было бы прикольно. Да, давайте возьмем ее, наверное. Пусть взрываются, да? Так, а здесь дальше, ну, по стандарту, это нам что, подземелье откроет? Запас 2. Да сами найдем. Они же никуда не денутся. Так, надо, чтобы все вровень были. А защиты будет меньше. Хотя, может быть, надо было как раз-таки... Только атаку, потому что в том самом Колизее
Там очень много зависит от атак. А как к ним попасть-то, я же забыл. Где-то здесь? Купите. А, мне просто в обход обойти, я понял. Классно. Опа. Я засмотрелся. Да ну идите нафиг. Больше народу. Больше зомби. Так, ну тут я опять сейчас ничего не качаю. Мне сейчас надо... Мне надо зомби, получается, убирать. Чтобы сделать остальные квесты. Убейте врагов тремя усилениями атаки. И ставить эти самые усиления. Чтобы уж на этом не заморачиваться вообще. Восстановите ману. Вот. Полностью заряженных выпадом. Так. Сюда ставим. Вот это. И просто усиляемся. Раз. Два. Три. И все. И мне просто их надо убить. А, уже нету три. Ну, сдохни! Котина. Уже два. Так, нужно три. Три. На. 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 На, сказал. Работает? Работает. Все шикарно работает. Уже четыре. Идите сюда, щеночки мои. Четыре. А, мне же надо вторым скиллом-то их убивать, да? Нет, здесь просто надо убивать. Ну-ка. Нет, вторым скиллом. А уже меньше. Надо еды найти. Маны нету. Бегом как хп. Офигевшие. Так. Ну хоть чуть-чуть еды-то. Так, одна есть. На две мне хватит сейчас как раз. Есть. Убил. Так, забираем вот этот. Что там дальше появится? Че, я только твоих убил? Имею три или более. Я же больше убивал. Раньше еще больше врагов выпадом. Но это, ну-ка. Вот у меня сейчас два. А где мне ману взять? Что за дерьмовая карта? Ни хрена ни маны, ничего нету. Ни жрачи нету. Я сейчас просто сдохну и все. Так, надо какую-нибудь пассивку. Вот это, наверное. А, мусорщик мне надо. Оставляют еду. Фамильяры. Может отравление нафиг убрать? Действительно. И наносимый урон. А фамильяров у меня сейчас все равно нету. Это ломается? О, это ломается. Только там нифига нету. Вообще еды нету. И пора умирать. Нет, нет, я где-то еду, что ли, получил? А, мед я получил, наверное. Точно. Так, одно усиление. Второе усиление. Убил. Будем вот так, по одному их. Так, мед. Мед. Хорош. Еще раз. Ать. 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 Уже прошло все. Да так неинтересно. Они слишком жирные. Так, во, сейчас у меня до хрена усилений. На. Ну блин, я только в одного попал. А теперь два еще. Так, медик. Медик тоже прибавляет чуть-чуть. Оба. Ты меня задолбал. Вот ей-богу. На. Блин, избавиться от этого задания дебильного. Ай! Черт! Ну так и знал. Но зато сейчас все появились. У меня полная мана. Я сейчас это быстренько сделаю. Мне надо каких-нибудь слабеньких и побольше толпу.
Тут враги, вот они. Вот этих надо. Заряжаем сразу атаку. Идите сюда, осьминожки. Эй. Во. Один. Два. Только не убивай. Вот так. Есть. Опа. Ну, блин. Твари. Нет, жирных даже неохота трогать. Мана. Понятно. Значит, вот. Мед. Раз, два. Нахрен отсюда, нахрен отсюда. Мне надо к бабкам. Тут ничего. Так, ну в смысле мне сюда? Зачем я сюда пришел? Как к ним в гильдию-то вступить и где? Вот здесь. Да? И она меня пропустит. А я что сюда прилетел? Через это гребаное поле. Данж просто это уже надолго. Может ты? Вот. Нет, я к ней подходил. Торговец. Ты? Нет. Я помню, на улице кто-то был. Ну, вон та, скорее всего, верхняя. Они же все, блин, одинаковые. Ты? Торговец. Так. А, прошу прощения. Вот. Новая гильдия волшебников закрыла вход в катакомбы ради всеобщей безопасности. Вход разрешен только ученикам НЛФ. Мне очень жаль, но пока мы не разберемся с этим происшествием, правила не изменятся. Если тебе правда нужно срочно попасть внутрь, попробуй стать учеником. Она находится в величественной башне к югу отсюда. Югу отсюда. Вот он. Так я, блин... Только что оттуда. Ё-моё, задолбался. Туда-сюда, лази. А нарисован как данж. Ну, походу, это делает и будет данж. А не просто какая-то болтовня. Сейчас опять все мухи появились. Да, но мощные они, конечно, ужас. Не убил. Вот не убил. А теперь маны нету. Мёд надо было собрать. Так. Так быстро, быстро заканчивается. Ну-ка. Есть. Еще много, ладно. Гоу к башне. Там вроде немного врагов-то надо было убить. А. Ну нет, нет, не данж. Здорово. Добро пожаловать, меня зовут Алистар Доберман. А это новая Лига Волшебников. С самого создания первой Лиги Волшебников 888 лет назад мир знал, что мы всегда придем на помощь. За разумную плату. Что такое? Хочешь попасть в катакомбы? Только ученики Лиги могут туда попасть. Ты же никто в новой Лиге Волшебников. Стой, это что, палочка? Ты волшебник? Нам такие люди нужны. Я даю тебе статус ученика. Задание? Извините, я заданий не даю. У меня тут всемировой кризис под названием «Напасть». Алло, она уже расползлась повсюду. А этот переоцененный трус Ностромагус на сей раз не соберет у меня славу. Твой долг выполнять все, что требуют другие члены гильдии. Если выполнишь,
достаточно поручений для лиги, можешь получить платиновый статус. Но не факт, вступительный взнос пока отсрочен. Пока что можешь войти в катакомбы. Но это мне, в принципе, и надо было. Вступил. Окей. У них сейчас там 100-500 квестов. Ну да, как и у всех. Ученик с лицензией. Так, ну там некоторые квесты быстрые. Нет, давайте это уже оставим на потом, на следующую серию. Ну а на этом мы закончим. Если вам понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.